И всем привет, друзья, с вами Ампири, и мы продолжаем дальше пробираться вглубь зоны, так сказать. Пытаемся... Чем мы там уже пытаемся найти источник энергии? О, скорее всего, это где-то уже последняя локация. Самая главная наша основная задача. А так у нас сейчас есть побочный квест, это... Так, что бы лучше взять? Окей, пока автоматик. Это вот квест с охотников, хотя какие, блин, они нафиг охотники... Бандиты какие-то ряженые. Что-то там на озере, короче, они друг типа сдох, и они ему найти не могут. Так что мне нам пойти сейчас найти его там где-то в озере, прям внутри, где-то там у них, не знаю, подземные катакомбы или что-то такое. Ну и достать там какие-то инструменты или чё. Кто это гавкает? Так, тут у нас твари болотные, я знаю, ходят. Или не ходят уже? Или ходят? А, вон, вижу. И чё ты встал? Ого! По-моему, это опять глюки мне идут. Не, куда побежал? Слышь, ты! У меня снайперка есть. Стой на месте. Вы-то куда? Фу! Я, все. На болоте, тушите. Ты что, так не попадаешь, что ли? Вроде попадает. Так, ты у нас последний, да? А ты откуда? Ну, наконец-то, блин. Вроде снайперка, что-то. По головам только сшибать. Это что там сейчас было? Короче, пойдем плавать. Здесь не утонем. Но я там что-то хреньку-то видел. Где-то у нас тут должны быть катакомбы. Только где, непонятно. Так, а что я тут видел? Тут что-то... Прыгнула. А это что, опять глюки? Тихо. Ты типа меня бьешь, а я типа... Но в тебя не попадаю, да? Так. Чем мне тебя убивать? Пойдем, выйдем-ка на бережок. Тут меня офигел тут совсем. Сколько мне в тебя стрелять-то? Нормально. Хватило вроде как дробей на тебя. О, еще нету. Да сколько у вас тут? Два. Три. Ну, три хватает. Уже неплохо. Дайте угадаю, еще где-то, да, друзья? Аномалии, наверное, глючные. Так, ладно, пойдем посмотрим, что у нас тут валяется. Окей, где у нас здесь катакомбы могут быть? Сказали, где-то в озере. На озере или под озером. Вот тут радиэйшн какой-то. Блин, жуткий радиэйшн. Очень жуткий радиэйшн. Надо свалить отсюда. Еще и гавкает кто-то. Слышь, Дейшин, успокойся. Где меня антират? О, нормально. Как кушать захотел. Блин, а где мне эти катакомбы искать? Даже не представляю, блин. Ого, вот это глюки. Ладно. Так, нам птичку сужать. Сходятся опять беда, блин. Ладно, перекусим. Это радиация нормальная. Вернее, аномалия. Радиация это тоже нормально. Короче, тут где-то должны быть катакомбы, только где они? Блин, даже не могу
Представить. Или мне что, все озеро облазить? Какую-нибудь дрянь не найду. Катакомбы, катакомбы. Или это вообще нет озера? Вроде как это. Что-то было опять. По идее, сказали под озером. Таком, да, тихо, спокойно. Спокойно. А где это, да, проход? Не, ну блин, серьезно. Ладно, ребят. Думаю, это надолго. Когда я их найду, хрен знает. Включись, короче, как найду все-таки. Ага, все-таки нашел какую-то дрянь, блин. Вот вроде как она. Видимо, нам туда. Ого. Ты что тут забыл? Блин, интересно, а выплыть-то я смогу? Ну-ка, фон. Стоп, типа я упал. Ого, вот это магия. Магические катакомбы. Ладно. Так, проверим. Все заряжено. Кто же у нас тут водится? Блин. Большой не пролази. Тихо. Пролез свой. Блин, еще и темно тут. Ладно, давай. Так, оп. Оп. Какие большие катакомбы. Даже не знал, что они тут есть. Что-то горит там. А чё горит у вас? Ого. Блин. Только не говори, что это полтергейсты. Так, давайте свернемся. Так, а как мне проходить тогда? Или это все еще глюки? Так, пробегаем, пробегаем. Так, не видим. Вниз. Ага, полтергейст. Не один. Ой, блин. Ой, блин. Тихо. Ай, патроны кончились. Куда убежали? Ага, попался. А второй где твой друг? Глаз полтергейст. По-видимому, это какой-то побочный эффект от тестового эксперимента этих больных на голову ученых. Да. Не хотел бы я еще раз встретиться с подобным полуфабрикатом. Дам ему имя Полтергейст. Вот это глюки. Вот это глюки, пацаны. Так, сюда, видимо, не пойдем, да? Ладно, не пойдем. Мы пойдем обойдем. А нафига я сюда пришел? Тут ничего нет. Блин. Короче, надо какой-то труп найти. Видимо. Надеюсь, мне не туда. Что-то неохота мне лезть через все это электричество. Так, полтергейст, вылазь. Я знаю, что ты тут. Ты там один где-то запрятался, я видел. Убежал такой. Молодец. Блин, надеюсь, тут только полтергейсты. Ты чувствую еще не только. Здрасте, это что у вас тут за выход? Кабан! Куда прете? Кабаны вход закрыли. Скотины. Ладно, мне, видимо, туда. Стоп, полтергейста было три. Один убежал сюда, но что, свалил? Нафиг. Блин. Энергетиков больше нет. Так, где эта электрическая хрень? Видимо, мне через тебя идти. Окей. Что у нас тут? Стоп, я тут был. Куда? Блин. Это глючные места. Ладно, хоть немного отнимает. Ладно, один проход остался. Так, кто-нибудь дома, ребят? И кто? Так, две дыры. Ладно, пойдем прямо. Тупик. Тупик.
Лабиринт, блин, тут Австралия. Здесь тоже тупик. А где труп? Куда трупа дели? Я не понял, а что, серьезно, где трупак? Ну, он где-то валяться должен. Или я его пропустил так, что ли? Блин, мне щипаной глючит. Ладно, давайте сходим сюда. Блин, гребаные глюки. С гранатами особенно. Так, здесь тоже нифига нет. Блин, а где мне искать-то? Эй. Что-то трупа не вижу, о, кстати, видно. Хе-хе. Куда охотника-то дели? Это что, надо секретный проход какой-то найти? Еще сверху упал. Наверх не залезешь дальше, да? Там у нас наверху ничего нет? Вроде нет, ладно. Это вроде как полтергейст. А там уже выход. Блин, ребят, вы чё? Серьезно, где труп? Куда дели? Кого тащили? Блин, я чё, еще раз дырку лезть? Ох, ёлушки. Матрёшки. Ладно, ребят, включусь, как найду труп. Так, перепрыгнул эту дрень. Так что единственный вариант, что труп... Ух ты, еще мне и крашнуло, блин. Ну вообще, видимо. Возможно, из-за винтовки, хотя фиг его знает. Может, просто краш произошел, так что ладно. Хорошо, хоть недалеко сохранился, блин. Ладно, ребятки, здорово. Я тут кейсик вам принес. Будете, не знаю, что там. Кабани ноги складывать, во. Потом как раз батрачить ими. Так, что, тебе мужик отдавать? Кто же так нам колеса катит? У меня не колеса, у меня кейс. Так, я вернулся от вашего друга в катакомбах, нашел кейс, вот. Да, жаль охотника, хороший был малый, ну а ты молодец, давай кейс, и как я и обещал, расскажу, где тебе найти проводника. А нет, кейс, он вот, так что давай сначала информацию, потом забирай. Ну что ж, справедливо, значит слушай сюда. Проводника, который водил мертвый город, группу которого ты ищешь, звали Филин. Он был одним из нас, но некоторое время назад решил присоединиться к диггерам. На него не обижаюсь, Он выкуп принес, и мы расстались с друзьями. Сначала Филин с каким-то Эдиком на испытательном полигоне крутился, а потом примкнул к группе диггеров, у которых на старших человек по имени, по кличке Левша. Может, слышал о таком? Левшу знаю, с ним в баре познакомился. Вот именно где-то в баре следует искать теперь Филина. Если, конечно, его мутанты еще не загрызли. Поговори там с бывалыми людьми, наверняка подскажут. Где его быстрее найти. Найдешь Филина, скажи, что я тебе порекомендовал в качестве лучшего проводника. Иначе он с тобой вряд ли будет разговаривать, типа... И о походе в мертвый город, так что вот тебе исчерпывающая информация о проводнике, а теперь два кейса, удачи. Держи кейс, наверняка еще свидимся, спасибо тебе и до встречи, во. Хотя нафиг мы свидимся-то. Вообще сюда не вернусь, нафиг идите. Ему заново сгали мы. О. Блин, чё, никто энергетики не пьет? Все за здоровый образ, что ли? И водки даже нет, странно. И глюки у меня опять. Ладно, ребят. Один энергетик вроде как есть. Есть. Думаю, добежим до промзоны. Вон там уж глюки, смотрите, идут. Я, кстати, не знаю, что это за глюки, так и не понял. Уже какую серию странную. Так, по идее, нам теперь точно в промзону. Там надо пофотаться. Может, забежим. Так сказать... диггером, ну и потом в бар, оттуда уже сразу мертвый город. Пока забиваем на дополнительное задание. Думал, мы еще, блин, в самое начало локации только так вернемся, так что будет время. Ой, кончилось, кончилось. Блин, перегруз хренов. Ты заколебал меня. Здорово. Ой. Электрохимера? Просто химера. Фиг его знает, короче, дальше пошел.
Ну вас нафиг, друзья. С ним мочи, мочи. Привет, как дела? Опять глюк. Ох, пришли. Так, вот я появился, блин. Так, появился. Ага, с какой стороны? Ясно, понятно, блин. Так, чувачки, вы тут все обитаете, да? Ладно, не буду нам мешать. А ты че на костре стоишь, мужик? Че за тварь-то? Тебе норм? Ты у нас че, это йогу что ли? Типа видел. Типа там. Это не совсем. Совсем, да, нафига? Шли мы с колена. Ладно, тренируйся. Так и быть. Так, винтовочка вот я хотел пробовать. Сейчас на ком-нибудь попробуем как раз. Зданием у нас, кстати, тут пофотать пару мест надо, и в тайничок есть. Ну и там диггер мы заглянем по пути. И можно в бар идти. Так, тихо. Надеюсь, меня не выкинет. Как в прошлый раз. Плохие тушканы! Давайте ПН включу, а то, блин. ПН, короче, включаю с... Нифига вас тут. Набежало-то. Целое стадо. Полети назад. Все. О, друг. Привет. Промазал. Блин, идите нафиг. Все. Не хочу с вами водиться. Плохие вы, уйду от вас. Хотя нет, постреляю вот так. Не кажется ли он вообще мажет с нее? Что-то, блин. Хреновая штука. Тут где-то зомбаки вот справа должны быть. Сейчас по ним постреляем. Посмотрим. Вон они. Развлекаются. Так вот. Целись прямо в голову. Например, вот тебе. Хотя там кровосос с тобой. Вообще попал по тебе. Ну и он нафиг эту винтовку. Так, куда мне там идти? Ага, до моста. Ладно, пойдем что-нибудь там фотнем. Генерал хотел фоточек, типа, зоны. Будут ему фоточки. Самому лень сходить посмотреть, да? Ленивая жопа. Так, а куда мне тут? Ты зумируйся. Вот так, нормально. Так, где-то вот так, да? Вот так. Где-то на горке. Тут? Нет, повыше. Пониже. О, вот здесь. Так. А чё фотать? Ага, вот эту фотать. Снимок успешно сделан. Так, два снимка, отлично. Полдела сделано, пойдем за тайничком. Так, ребята, зомбари вы не тут, надеюсь? Развлекайтесь. О, недалеко. Блин, радиация, только радиэйшн, блин. Ладно, давайте пойдем в горку. Собачки. Нет. Плохие собачки. Плохие. Дробовик. Все, успокоились? Кто-то же. Вообще дробовик тащит против зверя, блин. Эх. Интересно, куда вот эта дорога ведет? Наверное, таки не откроет. Окей, где тут? У нас тайник. Вижу. Радиэйшн только ладно. Погнали. Успеть забрать. Тайник. 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 Где ты тут? Ой, блин. Где? Тайник. Тайник. Какой задница? Я не вижу, где он может быть. Какой фигня? Фотограф, блин. Ладно, пока живем. А, вот же, блин. Что вообще? Не глазастый, нифига. Так, места мне хватит, хватит, все. Что это было?
Это были глюки. Так. Террат. Нормально, аптечка. Нормально. Покушать бы еще. А у нас покушать, кроме сухпайка. А нет, есть. Нормально. Живем пока. Так, ребятки, вы что-то стреляетесь? Ну что-то вообще не очень, как по мне. Вот не то, что вот это, которое мне дали. Так я мажу что-то. Да тихо ты, стой на месте. Во, нормально. Вообще с одного патрона выносит. Ты что там расстрелялся? Что-то не кривая, блин, все равно. О, нет, нормально. Так, у кровососа. Воу-воу-воу. Ребята, потише, поспокойнее. Пойду-ка я отсюда нафиг. Ой, течку. Какие злые ребята. Пофотать не дают тут. Так, а чё нам? Чё нам тут еще фотать? Да, тихо вы. Глюки-то мои. Вроде настойку тут с грибами, ой, с мышами летучими не пил. С грибами, блин. Так, где у нас вторая? Вот здесь. Сейвились. Идем прямо. Идем. Дошли. Нашли и... И вот это фотать. Три фотки, все. Молодец. И сзади какая-то хрень ползет, да? Какая хрень ползет? Никакая, все. Молодец. С кем вы опять деретесь? Ну чё, ну... Нет, все-таки заползла, скотина. Кто тебя звал? Мужики, смотри. Окей. Не, я и так не боюсь, что мне тут бояться. Только тут теперь всякая фигня все занята, и никто со мной говорить не захочет. Ну с кем там кто передерется? Ну чё он? Окей. Давайте помогу хоть. Так. Оп. Оп, ребятки, давай, у меня снайперка есть. Постреляю. Но проснулись. То зомби? Блин, ребята, давайте успокаивайтесь. Вы кого там нашли? Чё вы там видели? По-моему, кто-то сдох только что. Конечно, лучше бы сходить проверить, но мне такая перегрузка, что мне лень. Ребята, вы чё там кучкуетесь? Ничего тут нет, я вам говорю, вот смотрите, видишь, чистота. Хотя нет, всё-таки какая-то хрень стреляет. Вон она. Вот и все, нет ее больше. Вон еще одно вылезло. Ну, ребят, идите по домам. Ну че вы такие? Ну бегают там всякие твари, че, лезу что ли к вам? О! Выбежала. Не добежала. Жаль. Не, ну, ребят, ну... Чё, с той стороны, что ли, чё-то? Вообще, на мали, блин. Я не хочу туда идти, мне лень. Каждый раз одно и то же. Ну, чё за фигня? О, мужик сдох. Нет, мужик. По-моему, где-то здесь мужик сдох. У вас тут мужики не помирали? По-моему, вот этот... Что, Макс со СВДшкой сдох? Нет. Ладно, пофиг. Не особо-то хотелось. СВУшка, блин. Блин, этого запарили. Короче, идите нафиг, я пошел все сделаю.
Задрали просто жуть. Ну и кто тут вам тут что мешает? Вот Макса бы продать, да. А места нет. Блин. Ну кто мешает? Кто? Кто? Покажите мне. Вон они. Ну давай, иди у меня. Молодец. А ты? Друга своего не позвал. Вот и все. Все? Успокоились? А нету два зомбака, все еще есть. Что было всех? Привет, зомби, ты все равно. Нифига себе, я думал, ты все равно кривой. Оказалось, что нет. Блин, ладно. Короче, ребята, я решил, ну вас нафиг. Разбирайтесь сами. Он наблюдатель, скотина. Кстати, хотите, попробуем засадить ему? Только он сразу исчезнет. Вот, типа вот так. Все. Так, где у нас выход тут? Вот сюда. Все, бывайте нафиг. Делайте, что хотите, блин, тут. Войну развели, блин. Так, перезарядил. Это заряжен. Интересно, бандиты тут еще есть. Сидят? Сидят. Про, мужики. Давайте хоть на вас попробую эту фигню. Так, сидите смирно. Особенно ты. С гитаркой. Бандит же. Красненький бандит. Вот. Хотя давайте вот этому. Прям в голову целись. Промазал вообще. Вот, теперь попал хоть раз. Вот ты чё крутишься? Стой на месте, во. Молодца. Вот и все. Конечно, прикольная винтовка, но, как по мне... О, покушать. А у тебя покушать нет, гранатка, ладно. Патрончики заберем, продадим. Так и быть. Наблюдатели они там заметили, блин. О, покушали все. Блин. Попить еще. Водички хлебнем, конечно. Все, давайте до бара. Прямиком. Окей, дошли до бара сейчас. Покажу, кстати, прикол, тут ворон просто немерено. Это, наверное, после последнего выброса они тут развалялись. Теперь валяются, попами крутят. Она даже взлететь пытается. Значит, нифига не получается у нее. Ладно. Фиг с ними. Собирать не буду, явно никто не берет. Хотя. Не раньше вообще ее, например, те же. Он армейский жетон никто не брал. Вдруг кто-то и ворон начнет собирать. Фиг их знает. Так, мы дошли до бара. Бар. А в баре где у нас что фототь? Ага, вот эти две локации. Ладно, пойдем пофотаем. Здорово, мужик. Пока, мужик. Плохой мужик. Водки нет. Не нашел. Хотя нет, есть. Вру. Две бутылки. А был от выкинуть и сваливать. Так зря мужика завалил. Эх. Собачки опять. Ой, идите нафиг, все. Спарился я с вами. Воу-воу. Грузок прямо. Глюки. Собачек. Так, ребятки. Энергетиков нет. А если найду? Куплю же. Нет? Нет. А у тебя? По-моему, уже у всех энергетики скупил. Кого только можно было. Ладно, дошли до бара. Теперь надо пофотать и филина искать. Филина не видел? Нет? Нет. Ну ладно. Ты филина не видел? А, во. Не знаешь, где его найти? Был за стенами где-то сейчас, не знаю, спроси других. Ладно. Ты знаешь, где найти? Ты знаешь. Только
Только не говорите, что мне в бар переться. Конечно, пьяный. Да если бы я трезвый был, я бы за 5 километров вас, уроды, обошел. Никто не знает, да? Ну и пик с вами. Хотя я и так, по-моему, помню, где он. Так. Где тут что фотать? А, громко. Где-то здесь. Наверх, наверное, подниматься, да? Так, что бы сфотать там? Повыше-то не залезет? Не залезет. Видимо, вот здесь. О, отлично. Не это? Блин, ну... Серьезно. Так. Где-то здесь. А чё тут вот? Давайте вот эту вхватим. 5 фоточек, всё, да? Так, карту мне. Все. Валим отсюда нафиг. Пока, ребят. Так, подик, не поцарапать. А, блин, точно этот квест сделал на радио, он не заколебал. Запарили. А, окей. Не могут сами починить ничего, а? Есть? Так, не видел Филина? Ага, ясно, не видел. Наверное, надо идти спрашивать у Левшей. Так, тебе на энергетике? Может, ты знаешь? Ясно. Ничего вы тут не знаете? Ты, может, знаешь? Тоже не знаешь, да? Ладно, ладно. Припомню вам. Если так что, так фотограф помоги, фотограф убей всех мутантов, очисти бар. А, так тут он 5 минут назад с ним только разговаривал. Зачем тебе на нас? Мне нужно попасть в мертвый город. Потому что, а не боишься в одиночку суваться? Боюсь, конечно, но дело у меня важно есть, придется рискнуть, так что где мне Филин найти? Филин сейчас пошел к себе, найдешь его в кирпичной пристройке. Ага, окей. Просто это делай, раз ты же собрался в мертвый город, значит действительно смелости тебе не занимать. Может заодно кое-что и для меня там сделаешь? Короче, могу предложить работу, за которую хорошо заплачу. Ты иди вначале с Филином, поговори, а потом, если не передумаешь в мертвый город идти, зайди ко мне. Хорошо. Энергетики есть? Нет, все. Тогда не зайду. Да, работа, микроскоп. Микроскоп куда? В лабораторию. Пистолет. Тоже не туда иду. Голову тушканчика нет, нет головы. Глаза только всякие. Так, надо продать. Короче, Коль, пока. Сразу. Это пока. Патроны вот пока. Это тоже пока. Это пока. Прицел мне нафиг не сдался. Водку забери. Гранат тут сыпь себе. Вот это все забери, вот это забери. И все, пока. Ну, вот это подай, еще забери. 2 штуки всего. Пш, не приду к тебе больше все. Так, Филин здесь. Быстренько сейчас в бар забежим. Так, косяки, хватит теряться. В баре именно пацаны получше, да и скупит у меня все. Энергетики, наверное, там есть. Дядька Мишка! Так этот, на арену ничего не дает. Знаю вас. Ты что мне скажешь? Ничего не скажешь. Так. Музыка со сторонним содержанием, пожалуйста, не включайся. Воу-воу-воу. Погромче лучше что-нибудь скажу, чтобы... Так. Раз... Да... Нафиг идите, музыка играет.
Так, секунду, ребят. Звуки пока убрал нафиг, а то это... Мало ли, блин. Именно вот в этом месте, вот, когда музыка тут играет, блин, появляется всякая фигня. Так, о чем ты хочешь поговорить? Убить вора я еще не убивал. Ух ты, это что у нас? Ого, пульстек из 30, не. Так, энергетики забрал. Остального у нас пока хватает. Это что такое, патроны? Ну, магнум. Нет, не на магнум. Прицельчики. Вот это надо взять, наверное. Сухпай. Чтобы хоть сухпай были, сразу взял, съел. Так вот, забирай. 3600, чё? Ну, понимаю, моя 6800. И... Ну и все вроде. Так, энергетики взял, это взял. Все. Давайте. Всем пока. Привет. Пока, так. Отошел. Сразу музыку. Включу. Все, отлично. Тут эти гребаные права на ютюбе. Просто жуть. Не шипи на меня. Так. Нам где-то направо. Кирпичная пристройка где-то тут. Теперь понимаете, к чему я? Видимо, это он там сидит. Кажется, это и есть Филин. Ого, Филин. Блин, ты меня напугал. Еще с аномалией вместе, блин, с таким голосом. Дай-ка я тебе фот на Филин. Газету тебе. Здорово. Приветствую, ты, видимо, есть Филин? Да, это я. Ты кто такой будешь, что я тебе раньше здесь не видел? Я фотограф в зоне, совсем недавно собираю материал для репортажа. Во многих местах уже побывал. На испытательном полигоне, на болотах, в промзоне и в аномальном лесу. Теперь вот в зоне продвигаюсь. Я тебя порекомендовал в качестве проводника охотник по прозвищу Сутулы. О, фотограф, слышал о тебе от левши. За то, что помог ребятам Барт-мутантов зачистить тебе респект и уважение, молодец. Так что конкретно ты от меня хочешь? Так, суки прошли. Мне нужно попасть в мертвый город, как сказал Сутул. Ты можешь мне в этом помочь? Ты недавно водил туда группу немецких ученых сопровождения спецназовцев. Так вот, я их ищу. Вот оказывается, куда тебя несет, парень. Мертвый город — гиблое место. Да и слышал я, что та группа, которая проводил туда, под выброс попала, будучи в Припяти. И вроде все, кто там был, сгинули вовсе. Да нет, живо они из Припяти вышли и застряли в мертвом городе. Мне нужно постараться помочь им оттуда выбраться. Понимаешь, какой замечательный сюжет для моего репортажа в итоге получится. Вот и смечак, я тебе могу помочь, но только и ты кое-что для меня сделай, раз уж по зоне путешествуешь. А что требуется? Не понимаю, что ты одной особой, скоро день рождения, хочу ее удивить. Короче, нужны мне две бутылки вина. Главное, я знаю, где их можно быстро достать. Вот только мне туда дорога заказана. Был небольшой конфликт, так сказать. Ты наверняка, как нейтральный человек, да еще и корреспондент, можешь без проблем появиться там, принести мне пару бутылок. Уж не Грета ли это самая особа, куда? Да тут, по-моему, она одна здесь. И куда идти-то надо? Грета, она самая. Ладно, не то и дело. Давай ближе к теме. Идти тут недалеко, совсем до болота. Блин. Фига себе, недалеко. Ну, серьезно. Я не хочу на болото, мужик. Тем более, что ты говорил, что там уже бывал. Значит, с тамошними обитателями знаком. Я ученых имею в виду. Им вино в качестве лекарства поставляют, типа, чтобы радиацию выводить. Водку-то они не пьют. Поговори с этим завскладом, с Лазаревым. Постарайся у него пару бутылочек сторговать. Сможешь сделать? А я тебе в твоем поду отмечу короткий безопасный путь из бара на болото и обратно. Обход промзоны. Ух ты. Из бара на болото. Окей. Ну, попробуй, отмечай дорогу из бара на болото, я пошел. Ну хоть что-то, блин, шикарное, блин, чтобы не переться, блин. Так, где этот ёбаный? Вот это, что ли? Из бара на болото. Видимо, она. Ладно. Осталось понять, как тут выйти. Так, все при мне. Все на мне. Погнали на болото.
Энергетика. Куда ты лезешь? Давай, ускоряемся. Успокойтесь, в промзоне подыхать в этом. В промзоне в одной только издыхайте. Так, как бы мне тут пройти-то нормально. Направо. Сыванемся. И где тут у вас короткий путь? Я тут перепрыгну. Оп, нет. А, вот здесь перепрыгнул. Оп. Ого. Читер. Прям. Надеюсь, вас тут никто не шарится, да? Надеюсь, это на болото ведет место. Да. Птички разлетались. Глюки опять глюкат. Глючат. Можешь водку пить тогда, может полегче станет? Я же не знаю. Ладно. Погнали на болото. Ага. Только теперь понять, какой я жопе. Какой жопе от болот, блин. Да, где у нас болото и в какой жопе? Ясно, в какой жопе. Ну, прикольно. Теперь хоть быстрее буду перемещаться. Ему зонт классный пошел какой-то. А тут у нас кабанье. Привет, кабанчики. Не кабанчики, тут свинюшки. Плоти. Короче, пофиг. В тот раз обойду так. Все еще 4, блин. До свидания, все. Не обращайте на меня тут внимание. Фух. Быстренько сейчас заберемся. И назад в бар. Так, перепрыгнул. Перепрыгнул. Куда денусь так? Теперь слизь, ломаем так, оп. Ну, блин, сел, устал, молодец. Здесь-то хоть энергетики. Есть. Здорово, мужик. Стоп. Слышь, энергетики есть? Нет? Ну и все. Стой дальше. Так, а вот ты. У тебя есть, да, энергетики, знаю. Нет? Что ж вы, что, сладкое не любите? Энергетики там. А, я же водку тут притаскивал. Поди водку одну хлещить. Тут водка одна, да? И тут ничего интересного. Так, мне нужен Лазарев. Блять, Круглов. Детектор спасает просто. Вообще шикарно. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Что у тебя есть интересное? А вот Лазарев. Энергетиков нет, плохой Лазарев. Плют зато. Вот так. Скупили. Так, мне еще продать надо, нет? Хотя, стой. Вот это забирай. Вот это все забирай. Глазики. Что, все за 500? Сколько глазик есть? 0.10? Там вроде квест, а то на глазик тугал. Еще больше, вот. Все, забирай. Так, здорово. С чем пожаловал? Но хочу прикупить у вас бутылочек вина. Пару штук. Я бы продал, если бы был последний грузовой вертолет, который вез там оборудование, медикаменты, оружие и провизию, рухнул недавно посреди болот. Что цена уцелела, мы оттуда по возможности вынесли, но не все. Многое так там и осталось, разбросано вокруг места крушения. А когда последнюю ходку делали, то напоролись на болотных тварей. Одного солдата из охраны потеряли. Больше туда никто идти не хочет, так что если живешь, желаешь рискнуть, то можешь сходить туда. Тут недалеко, в южной части болот, вертушка лежит. Может, ты найдешь среди прочего уцелевшего груза ящики с вином. А может, еще чего ценного там обнаружишь. Только будь осторожнее, если мутантов увидишь, ноги в руки и бегом. Ну, спасибо за инфу. Ай. Здрасте. Короче, теперь до вертолета бежать. Ясно, понятно, все с вами. Ну что вы такие не хорошие там. Хорошо, хоть не миротворческий корпус отправили, блин. Знаю вас, блин.
Так, главное не перезарядить. Здесь залезем. Сейчас поохотимся на тварей. Вон одна бегает. Ой-ой, побежали. Ой, побежали. Ну ты что? Чё так можешь-то? Ладно, пойдем с этой стороны. Тут у нас, по-моему, коты обитают. Кись. Плохая киса. Плохая. О. Еще одна. Даже целых три. Плохая кися. Плохая. Кастрирую тебя. Тебя тоже кастрирую. Да сколько вас тут? Кошаки, блин. Совсем охраняли. Так, вон у нас вертолетик. Надеюсь, это он. Потому что других вертолетиков тут не припомню. Ладно, пойдем на припинг. Там вроде помню, снорки обитали. Конечно, они уже резнулись там. Я их там убивал, помнится. Чё все булькает? Вон они. Снорки. Вот гуськом. Я побежал. Да что ты, чё, кривая такая? Задницу тебе. Че, по-моему, на людей снайпер пустать реально. В голову целится и все. Так, ладно, дробовик есть. Автомат есть. Вперед в бой. Здесь вино там. Смарки, будем нападать? Будем, даже без этого, да? Ой, плохой снарк. Попал. Плохой снарк. Он еще бежит. Тебя-то кто звал? Ты не из их компании. Так, самолет, на юге. О. И где здесь у них... груз. О, снорк, привет. Чё ты там забыл? Винсо, никто тут не видел? Эй, ребят. Винса бы мне. Надеюсь, снорки не выпили. Ух ты, я насквозь вижу. Вау. Тихо. Вот и что? Электричество. Прекрати. Так, а где мне что искать-то? Даже не видно, что-то что-то есть. А вон какая-то фигня, по-моему, ящик. Что обошел. Нет, показалось. Нет, не показалось. Оп. Бутылка. Бифштекс, патрончики. Так, осталось найти еще вещичек. Видимо. Ты тут не видел ящиков? Вот я тоже не видел. Так, один ящик есть. Второй где? Сейчас положит. Смотрим. По-моему, он второй. Блин,
Все зеленое, нифига не видно вот так. Вот так вообще нифига не видно. Надеюсь, вино тут тоже есть. Все есть, кроме вина, блин. Ладно, возьму. Трончики тоже возьму, подсолник, чё. Чё ж теперь, всё заберу. Чё это у нас, кстати, за... А вот у тебя подсолник ставится, интересно? А вот нифига не ставится. Бушмастер. Фигня. Вот, советская, родное. Окей, ребят, значит, должен быть третий ящик, да? А вон и вон. А, они чё, появляются, исчезают? По-моему, там не было ящика. Или мне кажется? Вино? Вино. И пожрать. И аптечки. И гранаты. И я полный. Все? Нет больше ящика. Ты мало ли, может, тут какой-нибудь РПГ валяется, не? Ну-ка, Снорк, не балуйся. Пищалку свою включил. А нет, смотрите-ка, ящик есть. Ты, наверное, закрывание увидел. Точно больше ящиков нет? Ладно, нет, нет, пойдем отсюда нафиг сразу в бар. Так, как бы добраться только туда. А вот так по прямой побежим. Ау! Больно. Ау, опять больно. Ладно, аптечка есть. Так, бежим, 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 бежим. Прыгаем так. Оп. Бежим дальше, бежим, 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 бежим. Не обращаем внимания этих тварей, бежим. Где нафиг? Ой, 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 застрял, мужики, извиняюсь. Я к вам в гости не хотел. Ну, что-то ты хреново прыгнул. Так, надо обойти теперь. Оу, оу, оу. Намаля. Объезжаем. Последний энергетик. Фух. Погнали. Оу, глюки-то. О, плоть, привет. Как дела? Здесь норм, здесь норм. Опа, кристалл. Оп, забрал. Привет, плоти. Я так мимо проходил. Ой, у вас кто-то что пьет? Или это я типа пивнул? Эй, загудели, блин. Так, я правильно бегу? Правильно. Все дошел. Давай еще чуть-чуть. Еще маленько. Давай, еще чуть-чуть. О, наконец, неужели? Ого, добрались. Окей, как теперь в бар зайти? А, тут еще и кристаллы валяются, что ли? Нифига себе. И правда валяются. Так а вообще можно побегать, поискать? Интересно, можно тут обойти? Зайти. И пустят ли меня? Здрасте, здрасте. Оу-оу-оу. Я прям над баром. А, можно тут пролезть? Ой, я так запрыгнул. Клево, клево. Фелин, я пришел бухать с тобой. Может, водку заберешь? А вино себе оставлю. Интересно, сколько оно стоит? Полторы? Вторая? Вторая похуже. Ну-ка, давай посмотрим. Мужик, хочешь венца? А, ну ясно. Тогда что-нибудь перекусим раз. О, сгущеночка. Не, сладко нельзя. Оливки, ладно. Блин, как бы выброс не тося. Это вы знаете, да? С оливками. Привет, привет. Привет, привет, привет. Смотрю, зачастил ты ко мне. Ну, второй раз все, пришел ты, чон. Что, Филин, принес тебе как раз парочку пузырей вина, красное и белое, извини, это все, что удалось добыть. Ну, ну и нормально, даже выбор будет. Ну и тебе дело за тобой, показывай дорогу. Сам я тебя проводить не смогу, но подробный маршрут обозначен на карте. Давай вино, я пока сберу тебе данные. Жаль, что сам не сможешь проводить меня туда, ну ладно, обратно дорогу из мертвого города, надеюсь, тоже покажешь. Так ведь ты же об обратном пути вроде не спрашивал. Ты что издеваешься, сам подумай, зачем мне билет в один конец?
Я что, на самоубийцу похож? Не знаю, конечно, что за ни одной. И то есть дорога редко можно пройти, но тем не менее должен же быть обратный путь. Да ладно тебе, не кипишу, есть выход из города, только не сюда. А в бар, а немного в другое место. А уже оттуда можно будет спокойно добраться и до бара. Правда, крюк придется небольшой сделать, но по-другому никак, опасно. Вот это другой разговор, давай выкладывай, как выбраться из мертвого города. Выйти из мертвого города можно будет в аномальный лес. Ну только не в аномальный лес. Дорога-то непростая, но в целом безопасна, если не зевать по сторонам, не делать привалов, а уже короткую тропу из леса в окрестности бара, минуя промзону, я тебе обозначу на карте. Только есть одно но. Что еще за но? Где заканчивается тропинка в лесу, я примерно знаю. Вот где конкретно в мертвом городе находится начало тропы в лес, сейчас узнать невозможно. Но переход точно есть, поэтому я уверен. Тропу можно обнаружить с помощью одного устройства, которое я отдал одному из спецназовцев, которые были в группе охраны немецких ученых. Джаггером его звали. Я ему объяснил, как пользоваться прибором, да вот только возвращаться они планировали в лес из Припяти. А после того выброса из Припяти, видимо, осталась только одна дорога, мертвый город. Вот они застряли там, теперь там дорога-то в бар тоже пропала. Вот так, вот, про прибор этот специальный передатчик. Настроенный на определенную частоту, принцип работы довольно сложный. Так что объяснить подробно не буду. Если коротко, то смысл такой: в лесу установлен приемник, у тебя будет в инвентаре настроенный передатчик, имей его, обследуешь восточную часть мертвого города. Приемник в лесу должен поймать сигнал от передатчика и... Тогда на карте в том ПДА, который я заранее синхронизирую с системой, появится маршрут. Короче, ясно. Система называется Helper. Фантастика. Блин. Никакая-то не фантастика, это реально работающая система навигации, прокладывающая маршрут. Тра-та-та. Приемник. Короче, ребята, прочитайте. Так. Так, ладно, договорились, мужик. Все. Идите нафиг. Алкоголики, блин. Что ж, друзья, путь в мертвый город я узнал. Что в мертвом городе мы узнаем уже на следующей серии. Вот у нас переход. Что ж, всем спасибо, что смотрели. Если вам понравилось, конечно, ставьте лайки. Я здесь переночую, думаю. До новых встреч, ребят. Всем пока.